Мир вам. Вы, наверное, уже не раз обращали внимание на то, что события от жизни, как же, казалось бы, стремятся вывести нас из состояния равновесия. Иногда может пошатнуться здоровье, иногда могут даже поколебаться внутренние устои. Да даже земля, по которой мы ходим, она иногда колеблется. А иногда все это может повлиять на наше духовное состояние. Может поколебаться наша вера. Через несколько минут мы с вами будем рассуждать над тем, что такое непоколебимая вера и что делать, чтобы наша вера была такой. Сегодня мы с вами будем рассуждать над словом Божьим, которое записано в Деянии святых апостолов во второй главе с 22 по 25 стихи. Деяния святых апостолов, вторая глава, с 22 стиха. Это Первая проповедь апостола Петра после того, как Иисус Христос вознесся. Вот она, первая церковь, и это первая проповедь, которая звучала в первой церкви. Павел, обращаясь к израильтянам, говорит так, мужи израильские, выслушайте слова Сии, Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами, и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас как и сами знаете, всего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем, «Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Аминь. Особые события, которые предшествовали этой проповеди, вся жизнь Иисуса Христа, последние дни Его жизни, вознесение, это все предстояло пред глазами учеников, перед теми людьми, которые на тот момент находились в Иерусалиме. И вот Петр, говоря эти слова, он вспоминает Давида. И он Передает слова Давида, которые есть в книге Псалмов. Он говорит так, что слова Давида так звучат. Он говорит о Христе, одесную меня, дабы я не поколебался. Если переводить на современный язык, одесну, это справа от меня. То есть, и Давид хотел сказать, что Он, Иисус Христос, Он Бог рядом со мной, чтобы я не поколебался. Тема, которую я хотел бы сегодня с вами поднять, это непоколебимая вера. Кроме вот этого отрывка, который мы с вами прочитали только что, есть еще целый ряд текстов Священного Писания, которые говорят о непоколебимости. Много. И Петр говорит о том, что пожелание такое говорит, да соделает нас непоколебимыми. В э -э послании Коринфянам Павел говорит, будьте тверды, непоколебимы. И много текстов говорят о том, чтобы мы не были колеблющимися. И действительно, мы с вами, люди, которые верят в Бога, очень хотим, чтобы наша вера была непоколебимой. Но порой вся жизнь, которая нас окружает, она как раз кажется, что хочет нас поколебать, хочет вывести из состояния равновесия. А мы хотим, чтобы вера была непоколебима. Мы пытаемся противостоять, мы пытаемся что-то со своей стороны сделать, но все равно иногда удары, которые наносят нам жизнь, они заставляют нас иногда содрогнуться, иногда поколебаться. И это касается разных сфер нашей жизни. Это может касаться здоровья, может касаться нашей работы, взаимоотношений с близкими. Это может быть при абсолютной тишине снаружи, могут быть какие-то внутренние конфликты, внутренние какие-то переживания. Все то, что заставляет нас поколебаться. Что же нам делать? Что же нам делать для того, чтобы этих колебаний не было? И вообще, почему эти колебания возникают? Почему они настолько опасны? Все эти вопросы у меня возникали. И потом я задумался, но ведь вера – это нечто твердое, то, что находится внутри нас. Почему же она может поколебаться? Что может ее поколебать? Когда у меня возникал, возник этот вопрос, я читал Писание, и вот тот текст, который мы сегодня прочитали вместе с вами, он мне дал ответ. Давид сказал, что «И видел я пред собой Господа всегда. Он одеснует меня, дабы я не поколебался. Оказывается, когда мы, не рядом с Богом, тогда мы начинаем колебаться. Колебания в нашей жизни возникают тогда, когда мы удаляемся от Бога. И это удаление может происходить по целому ряду причин. Это может быть грех, это могут быть сомнения, это могут быть какие-то страхи внутри нас, которые мы еще не доверили Богу. Все это заставляет нашу веру колебаться. И мы пытаемся что-то сделать, мы пытаемся избегать этих колебаний, но не получится. Нет ни одного человека в. В целом мире который бы не подвергался бы ударам который бы внутри не содрогался не колебался при каких то ситуациях с которыми он сталкивается в жизни любые колебания возникают в нашей жизни иногда это что то слабое иногда это какие то очень сильные воздействия на нашу жизнь но они все опасны и слабые и сильные вот я недавно поднимался по лестнице, по металлической лестнице. Вот, казалось бы, она сделана для того, чтобы по ней люди спокойно и хорошо шли. Но вот когда ты идешь и наступаешь на металлическую лестницу, вы, наверное, с этим не расталкивались, ты чувствуешь, как она под тобой играет. Вот, казалось бы, лестница, по ней люди ходили, а она играет, она колеблется. И когда ты начинаешь идти в ней по, по такой лестнице в темпе, ты чувствуешь, как она под тобой начинает ходить все быстрее и быстрее. Вроде небольшое воздействие, а раскачивает лестницу. Точно так же с более серьезными конструкциями. Иногда бывает, что огромный мост, он может быть расшатан слабым ветром. Вот ветер, казалось бы, такое незначительное воздействие, а может расшатать и обрушить огромный мост. Точно так же и в нашей жизни. Небольшие колебания могут послужить причиной крушения большой веры. Потому что колебания в духовном мире, в духовной жизни возникают в жизни любого человека. Будь тот человек, который на прошлой неделе примирился с Богом, будь тот человек, который уже 20, 30, 40 лет идет за Богом, эти колебания возникают. И просто нужно что-то предпринять, что-то сделать для того, чтобы их, они не привели, к, как говорит Павел, к кораблекрушению в вере. Но как как оценить те колебания, которые возникают в моей жизни? Есть они или нету? Или я уже просто к чему-то привык, и оно потихонечку там подрагивает внутри меня, когда что-то происходит. Как оценить? Какую шкалу такую придумать? Когда я об этом думал, я вспомнил, что вот на море, когда бывает шторм, когда бывают волны, есть целая шкала для того, чтобы оценить те колебания, которые возникают на море. Если возникают волны до 10 сантиметров и без пены сверху, это значит 1 балл. А если волны высотой 7,5 и более метров, значит это 9 баллов. И вот так вот визуально по величине волны, по наличию пены на этой волне, можно сказать, сколько баллов. Но это внешне, это визуально, и это море. А как оценить вот свое духовное состояние? Как увидеть, вот я сейчас колеблюсь, или я сейчас спокоен и непоколебим? Как увидеть, я сейчас на, на грани переворота какого-то внутреннего из-за того, что меня бьет со всех сторон, или я абсолютно спокоен, невзирая на то, что происходит внутри меня? Как, как это определить? Две недели я думал над этим вопросом, и вот во вторник утром я шел, размышлял над этим, смотрел на, на, небо, так иногда поглядывал, рассуждал над текстами из Священного Писания, которые мы только что читали. И вот так хорошо и спокойно было внутри меня, солнце светит. И тут вдруг, неожиданно, я захожу в один двор и слышу конфликт. Две женщины очень сильно поругались. Раннее утро они так ругаются, невзирая на то, что вокруг все, казалось бы, спят. И вот я шел, и вот этого вот, вот покоя внутри меня как, как, как не было. Я шел, вот все переварил, как, почему же не так сильно порю, поругались друг с другом. И вот тут я поймал себя на одной мысли, что вот до того, как я столкнулся с этой ситуацией, у меня внутри было все спокойно. Я был непоколебим. Но вот когда вот это вот произошло воздействие, это был как камень, который кидают в воду, и сразу пошла волна, сразу внутри меня пропал покой. И оказывается, критерием моей непоколебимости является внутренний покой. И покой – это не просто какое-то какое, -то, какое -то умение держать себя в руках. Нет, это гораздо более глубокий покой. Это не тот покой, который зависит от возраста, от жизненного опыта или от социального статуса. Это внутренний духовный покой. Братья и сестры, это тот покой, который мы ощутили, когда пришли к Богу, когда раскаялись. Вы помните этот момент? У каждого из нас что-то происходило в жизни – но когда мы примирились с Богом, невзирая на то, что происходило вокруг нас, внутри нас настал покой. И вот этот вот внутренний покой, он является характеристикой того, насколько непоколебим я, насколько непоколебимой на сегодняшний момент является моя вера. И оценивая свою жизнь на предмет того, что способно нас расшатать, лишить вот этого внутренней устойчивости, внутренней непоколебимости. Просто сейчас нужно посмотреть и задать себе самому внутренний вопрос. А есть ли место этому покою внутри меня сейчас? Может быть, снаружи я абсолютно спокоен, но внутри меня сейчас какие-то бушуют штормы, огромные волны, девятые, десятые валы внутри меня переливаются. Что сейчас внутри меня? Есть ли место покою и есть ли место этой непоколебимости, которая была у Давида, о которой мы с вами вспоминали со стороны Священного Писания? если, Когда у меня возникли эти вопросы, когда я начал себя так спрашивать, я вспомнил притчу, которую говорил Иисус Христос о двух людях, которые построили дома, один на песке, а другой на камне. Так вот для того, чтобы Внутренний наш человек был непоколебим для того, чтобы наша вера была непоколебима. Нужно сейчас просто посмотреть, на каком основании я стою. Ведь как бы сильно я сейчас не был расшатан, что бы внутри меня не происходило, в любой момент мы можем эти колебания остановить. В любом момент мы можем поставить точку, обратившись к Богу к Богу, перенеся вот эти все свои проблемы, все свои внутренние эти переживания, которые лишают нас покоя, положив их на твердое основание, на котором никаких колебаний не будет, доверившись просто Богу. И если еще на сегодняшний момент эти колебания внутри нас имеют силу, мы все с вами знаем, что нужно сделать. Просто прийти и сказать Богу, Господи, я хочу покоя. Я хочу вернуться к тому непоколебимому состоянию, которое у меня было, когда я был в впервые с тобой. Всего прийти и сказать. И дай Бог нам сил и желания приходить к Нему для того, чтобы получать тот внутренний покой, то внутреннее непоколебимое состояние нашей веры, в котором мы так нуждаемся. Аминь. Будем молиться. Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрят, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас.